Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. У нас очень сильно жарко. Это просто панамку срочно какую-нибудь нужно. Я сейчас иду на Wildberries. Там пришла посылочка. Заберу и дома покажу, что там нам пришло. Идем с Миланой вдвоем. Милан, скажи привет, привет. Вчера купили в Алтендаре вот таких вот, как они, как это называется, силиконовые, что ли, паучки такие. А у Регины была лапка. Неслись, это резиновые такие, силиконовые. У Регины была как конфеты воровать, Валера такая. Лапочка, да. А, какие здесь розы классные, желтые, а запах... Пахнут-то как классно, да? Вкусно. Где? Обалденные такие маленькие бутончики. Красота. В общем, мне пришли с Wildberries. Я заказывала леггинсы, вот такие, как велосипедки. Я их там померила. Это 48 размер XL. Состав эластан 8%, полиэстер 92%. Российские. Единственное, здесь резинка не закрепленная, поэтому она может перекручиваться. Но я думаю, можно ее, в принципе, прострочить вот так вот здесь черными нитками. И она никуда не денется. Не знаю. Но они мне прям хорошо подошли, не жмут, ничего. Прям вообще обалденно. Если были бы велосипедки таких разных цветов, я бы себе на лето купила, конечно, очень удобно. Приходят они вот в таком пакетике. Вот. И вот такая вот тушь. Это Luxe Visage. Я уже вам ее показывала. Попробовать решила ее. Щеточка, кстати, гнущаяся, мягенькая. И вот такая вот она. Много-много-много щетинок всяких разных. Вот. Попробую, покрашу. По отзывам хорошая была. Так, мы вытащили елку с балкона и сейчас собираемся ее упаковать. Не знаю, как у нас это получится. Да? Вот она, наша елка. Огромная просто. Мы хотим ее упаковать, в общем, в пакет. Так, вот в этот пакет мы ее хотим упаковать. И скотчем замотать. Там неудобно, мне кажется, будет. Его разворачивать, видишь, надо еще в одну сторону. Так, мы связали, в общем, елку пеленкой, чтобы она более в трубочку была. Здесь следующую также ложим, только сюда связанную. Вот так, 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 в ряд вылаживаем. Выкладываем, вылаживаем, выкладываем, да, правильно будет. И потом пленкой все заматываем и скотчем. Вот это большая. Да. Так, вот как мы упаковали елку, скотчем все. Теперь она у нас будет классно храниться, я думаю. Не будет пылиться, а то лежала вот в этой коробке, вообще кошмар, она ее прям разодрала в клочья. Сейчас тут ложим ее туда. Кладем, а не ложим. О, поместилась прям. Хорошо. Ну, туда я так положить. Интересно, а вакуумные пакеты, если проверить, не надулись они? Нет, они не надулись. О, вакуумные пакеты вроде такие же, да, остались? Да, только тот почти надулся. Вот это осталось такое. Какой тот надулся? Вот этот? Вот этот, да, надулся. Вот его нужно будет заменять, что ли, как-то, или как? Он изначально мне как-то не понравился. Вот эти все нормальные. И вот этот вот надулся. Два пакета. Нужно будет их ой, господи, вытаскивать. Фух. Так, и еще хотела лодку показать. Мы надули, ой, лодку. Матрас надувной. Лодку показать. Тихо, не трогай. Надули матрас.
Он у нас... Милан, успокойся. Вот от него коробка здесь. В общем, Intex матрас называется. Высота у него 25 сантиметров. Сам он идет 1,83 на 2,03 на двоих человек. Ну, я думаю, с двоими детьми еще можно будет. Ну, вчетвером мы, в принципе, нормально на него помещаемся. И он такое ощущение, как будто спишь на воде. Как будто водяной матрас. Классный. С одной стороны, он такой вот, как клеенчатый. Такой, как кожаный, клеенчатый, я не знаю. А с другой стороны, у него вот такой вот, как будто он бархатный, мягенький такой. В общем, классный матрас. Мы его купили для того, чтобы... Я вешу 22,6. Матрас для того, чтобы... его надувать в палатке, когда мы будем отдыхать, ездить в палатке. Вот, в палатке очень жестко спать на земле получается, а на матрасе просто, я думаю, будет очень удобно. Девчонки у нас спали, да? Два дня дома вот здесь мы надували его, и они два дня спали. И я тоже вчера, мы фильм смотрели тоже на этом матрасе. Я с ними лежала, и прям мне понравилось. Мягко, удобно. Вам понравилось? Удобно было? Вот. Коля, а мы еще одну ветку от елки не убрали. Ты че? И куда мы ее теперь девать будем, интересно? Еще одна ветка осталась. Нам что, придется сейчас расплетать все это? На, иди папе отдай. Папе иди отдай. В общем, я хочу навести порядок на балконе, на нашем небольшом. И нам надо здесь освобождать полностью все. Вот мы елку убрали. У нас здесь вот елка была. Здесь вот еще игрушки. Тут игрушки елочные. Тоже нужно будет их отсюда убрать. И бассейн на дачу отвезти. Шкаф тоже на дачу нужно будет отвезти. И останется из громоздкого это стол. Но стол мы его здесь соберем, поставим. И кресло. Тоже не знаю, здесь его оставлять или разбирать. И уносить. Оля купил еще, кстати, удочку. Это моя это удочка. Спиннинг это? Тихо. Это спиннинг? Легкий. Очень. Так, мы нашли обозначение вот этих значков. Что графитовое удилище, которое как раз таки у нас... является отличным проводником электрического тока, не используйте во время грозы под линиями электропередачи и около других источников электричества. То есть током может долбануть. Вот я только что и говорил. А вот, вот тест, что такое? 7,28 грамм и 1,2 м. В общем, не успела я убраться на балконе, стемнело. Пока мы туда-сюда возились, в общем, еще у меня Регина что-то сопливит, и температура была 37. Вот, ну, у нее сопли, и, в общем, я ей брызгаю ингалипт. И, кстати, этот ингалипт очень хорошо помогает на начальных стадиях. То есть, если носоглотка болит, мы берем ингалипт, именно который зеленая полосочка, и... Ну, написано зеленым буквами ингалипт. Потому что есть еще, по-моему, красного цвета, и он не помогает. Плохой, короче, мы его пробовали. А вот именно такой вот, который мы пользуемся, в общем, он помогает на начальных стадиях. То есть, когда только вот начинается вот это вот из носа текет, чихание, першение, вот, сразу брызгаете, и проходит все. И самое главное, после того, как мы брызгаем ингалипт, у нее температура резко падает сразу же. То есть это работает, получается. И воспаление это уходит. И мы сейчас полностью отказались от вообще вот этих вот назальных капель, что ли, или как они называются, которые в нос капают. Мы от них полностью отказались. Мы их сейчас вообще не капаем, потому что мы как-то капали, вот из носа начинает течь, все, залаживает нос, и... мы начинаем их капать, 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 и в итоге как-то вот эти вот капельки, в общем, когда-то один раз мы так докапались, что просто начала кровь из носа уже течь, а просто ни с того ни с сего, даже когда не болеешь, просто текет из носа кровь у детей. Я не поняла, мы даже рентген делали, вроде все нормально, и как-то попали к одному врачу,
тренингологу, и он сказал то, что вопрос нам задал, часто капаете в нос капли? Мы сказали, ну, практически всегда, когда у нас насморк. Он говорит, не капайте. Как бы вам тяжело не было дышать, там, тырым-пыром, все вот это вот, как бы заложенности какой не было, просто, говорит, или промывайте соленой водичкой, или вот это вот аквафор, аквалор, вот эти вот, в общем, на водной основе только промывайте нос, и все, или вообще ничего не делайте. А, массаж можно вот так вот делать, массаж от насморка тоже очень хорошо пробивает нос. И мы с тех пор вообще забыли, что такое носовые капли. Ну, в нос мы ничего не капаем. Мы вот пользуемся элинголиптом или фарингосептом от боли в горле. Ну, еще вот этот доктор мампостилки. Все, и травы при кашле, при бронхите каком-то, да, вот это вот отхождение мокроты, чтобы было. Пользуемся травами грудной сбор. В принципе, вот такая вот аптечка. Можно сказать, у меня в арсенале, когда у нас идет простуда такая вот какая-то. Вот. Ну, в принципе, сейчас уже вроде как все нормально. Не знаю, как ночью будет. Даже сейчас они уже гулять пошли. У Легины температура нормальная. И они пошли немножко погулять. Вот, за водой сходили. Кстати, я вам как-нибудь расскажу про фильтр, который мы пользовались, который мы думали, что хороший. Поначалу было все хорошо, но потом мы поняли, что это полная фигня. Как-нибудь я, наверное, сделаю какой-то отдельный ролик по поводу фильтров. Ну, конкретно отзыв, наше мнение и вообще. Или просто я расскажу в каком-то видео, не знаю, напишите в комментариях, интересно вам вообще, что вы думаете о фильтрах, которые ставятся вот под раковину, отдельный кран выводится, типа аквафора, еще, по-моему, какие-то есть фильтры. В общем, мне кажется, они все одинаковые, только названия разные. Вот. В общем, мы сейчас ходим в кулер, который платный, 5 тенге литр, и пользуемся такой водой, в общем. Вот так. Ладно. Завтра у меня в планах нам нужно будет сделать кое-какие дела поначалу. И потом надо будет все-таки заняться балконом. Надо будет убраться все на балконе, домыть все окна, помыть, потому что пылище невыносимое, грязище, мне это уже надоело. Вот, и нужно будет думать что-то с креслом, решать, куда мы его денем. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, кто смотрит без подписки, так как дальше будет еще больше много всяких разных интересных видео. Будет видео про рыбалку на лодке, так как мы купили лодку, и у нас все есть для того, чтобы рыбачить на лодке и ночевать в палатках, в общем, устраивать какие-то кемпинги. Вот, мы будем активный такой отдых у нас летний будет, так как сейчас все закрыто, никуда ездить особо, ну, не поездишь на какой-то отдых, да, куда-то, какие-то курортные места. Мы будем ездить по нашему Казахстану, по нашему городу Уральску и отдыхать, рыбачить, отдыхать на природе, купаться, в общем, в речках, загорать, вот, дышать лесным воздухом. Будет, конечно, и велопоходы, и просто походы. Вот, будет очень много всего интересного. И еще я хочу заняться активным таким похудением. Я, кстати, вам говорила, да, про марафон. Но этот марафон оказался не то, что он платный, и я не хотела в нем участвовать. Нет. Я поняла, что этот марафон не обойдется мне в один месяц. То есть, чтобы мне реально показать какие-то вам результаты, мне нужно этот марафон пройти где-то около 4-6 месяцев. Вот. И пока что я, ну, не готова, что ли. Там нужно было, в общем, заплатить около 15 тысяч за один месяц. Марафон шел.
Марафон, в общем, идет месяц, длится. 15 тысяч надо было заплатить, грубо говоря. Вот. Но так как у меня есть кое-какая информация, и я могу, в принципе, ей поделиться и как бы провести как бы свой марафон, да, и я так подумала, что как никто, как сама я могу стать самой себе мотиватором и вам тоже, да, как бы делиться с вами. У меня будут уже есть зрители, которые будут за мной наблюдать и перед которыми я буду, как бы сказать, в долгу, да, выполнить какое-либо обещание. Вот, я так думаю. Ну, даже не то, что там сделать это ради кого-то, а в первую очередь я должна осознать и понять, что это нужно мне, что никто, кроме меня, меня не заставит встать рано утром, пробежаться или не есть там еще что-то такое плохое, жирное, а вот именно питаться как положено, правильно, чтобы достичь какого-либо результата в похудении. Вот, поэтому я так думаю, что я соберусь с мыслями и сделаю конкретный прямо плейлист, что, как, где и вообще зачем. В общем, хочу сделать конкретное видео, хорошее видео с результатами, вот, про похудение. Ну и, естественно, увидеть самой свой результат и наслаждаться им. Вы говорите, что вот там у тебя фигура классная, там хорошая, все, не надо тебе худеть, зачем ты себя называешь жирной. Просто я вижу свои недостатки, которые мне не нравятся. Так, например, после родов вот этот обвисший животик, да, или там бока какие-то обвисшие, или сзади на спине вот эти штуки висят, как они называются, не знаю. Вот, и целлюлит какой-то тоже, и, в общем, если в топ перечислять, то очень много всего, очень много таких вот мест, которые бы я хотела убрать, похудеть, кое-что оставить, естественно, но, не знаю, наверное, так не получится, если худеть, то будет все тело худеть, но мне бы хотелось в талии, вот именно в талии, спина, вот, шея, в общем, вот здесь вот все вот это вот поправить, убрать немножко, вот, похудеть немножко именно вот в руках, ну, в общем, везде понемножечку я бы хотела убрать. Я сейчас вешу 60, вообще, если честно, мой вес какой-то непонятный, я взвешиваюсь, вешу 60, 500, взвешивалась с утра, потом, ладно, я покушала и стала 61 500 весить, когда весила 60 500. Неужели я покушала на килограмм? Тоже непонятно. Потом в этот же день я взвешивалась ночью. Ночью я смотрела фильм допоздна, и получается, я практически под утро уснула, и перед тем, как лечь, ну, пойти спать, под утро я решила взвеситься. Я весила 62 500, пускай, грубо говоря. То есть я за день 2 килограмма набрала, хотя я кушаю 2 раза в день по чуть-чуть. Я не понимаю, это получается как-то организм от стресса поправляется или что? Вот что-то происходит, мне нужно понять, что. Или же я пью молочку, то есть я ела, допустим, этот творог со сметаной, да, или выпила где-то молока. И, может быть, от молока меня распирает. То есть я не поправляюсь, а это отек. И от отека у меня набирается как бы тоже как бы килограмм. Потому что я, допустим, днем хожу, я вижу, что у меня прям вот, ну, такая прям вот толстуха, блин. А утром просыпаюсь, смотрю, уже вроде как нормально, как будто отек у меня сходит небольшой с ног, с рук. Вот, и уже по-другому как-то ощущаешь себя. Бывают у меня такие моменты. И вот надо вот с этим как-то разобраться. Вот. А как с этим разобраться, я тоже не знаю, не понимаю. Вот, если кто-то знает, напишите в комментариях. Будет очень полезная информация. В общем, хочу активненько разобраться в этом, во всем, в себе. И начать действовать. Начать действовать не просто так, а именно грамотно действовать, чтобы все было как положено. Вот. И
В общем, вот, вот так, в общем. Все, ладно, буду заканчивать. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо, кто пишет комментарии, ставит лайки, активничает. Очень вам благодарна за все. Всем огромное спасибо еще раз. Всех целую и всем пока-пока.